Друзья, всем большой привет! С вами Алена Струкова. И уже через несколько часов наступит 2023 год. А возможно, те, кто меня смотрит, у них уже он наступил. А сейчас я хочу поздравить вас с тем, что наступает новый 2023 год. И в новом году я хочу пожелать вам прежде всего здоровья. Здоровья вам, здоровья самым вашим близким, любимым, родным, дорогим людям. Пусть все, кого вы любите, будут здоровы. Я хочу пожелать вам счастья, чтобы вы были счастливы так, как вы это представляете. Я хочу пожелать вам исполнения ваших желаний, чтобы в новом году у вас обязательно получалось то, что вы задумали, о чем вы напишете в каких-то своих списках желаний. Я хочу пожелать вам путешествий, может быть, не глобальных, может быть, это будет какой-то пригород вашего города или ближайший парк, но обязательно изучайте этот мир. Это делает вас духовно богаче. Я хочу пожелать вам мира в семье, мира в душе и просто мира. И надеюсь, что это коллективное желание, которое очень многие люди загадают в эту новогоднюю ночь, обязательно сбудется. Я хочу сказать спасибо всем, кто смотрел мои ролики в этом году. Я хочу сказать спасибо всем, кто оставил лайки на мои ролики. Я хочу сказать громадное спасибо всем, кто писал комментарии. Я хочу поблагодарить всех, кто так или иначе помогал моим роликам стать известнее чуть большему количеству людей. Для меня это очень много значит. Спасибо, что вы помогаете мне, спасибо, что вы помогаете как-то развиваться этому каналу. Спасибо всем, кто был со мной в этом году. Спасибо всем, кто приходил ко мне на консультации, был клиентом в этом году. Вы просто замечательные. Я надеюсь, что следующий год будет для нас всех еще лучше. Следующий год будет для нас спокойнее, и мы будем себя чувствовать более уверенно. А мой прекрасный сосед доделает ремонт и будет жить в красивой квартире. Спасибо вам, что вы посмотрели этот ролик. Можете написать мне какое-то поздравление под этим видео. А я хочу сказать вам еще раз большое спасибо. Смотрите, я специально для вас училась это делать. И теперь точно до встречи в следующем году, в следующих роликах. Я вас очень люблю и в добрый путь к Новому году.